На сегодняшний день мы готовимся к отправке к очередной. Готовим посылки для наших бойцов. Это и общие посылки, и личные, конечно же. Да? Также у нас сейчас идет акция «Тепло сердец». Это гуманитарная помощь, которая предназначена для гражданского населения. В первую очередь мы хотим поддержать детей Донбасса. У нас идет закупка по заявкам от общеобразовательных учреждений. Это, конечно же, канцелярские товары, это бытовая химия. Детские сады просят помочь им в предоставлении детского постельного белья, также бытовой химии. Плюс по возможности просят у нас спортивные команды Запорожской области помочь им спортинвентарем. По возможности мы стараемся все заявки отработать до нашей отправки. Гуманитарную помощь мы собираем до 24 февраля 15:00 включительно. Далее уже идет у нас отправка. Наша команда будет благодарна всем неравнодушным жителям, предпринимателям, предприятиям в сборе гуманитарной помощи в рамках нашей акции. Это теплая одежда, желательно в хорошем состоянии, можно новую. Это канцелярские товары, медикаменты, техника также приветствуются.